Урок 13. И следующая буква арабского алфавита – буква РА. Давайте посмотрим, как пишется буква РА. Она начинается над строчкой, но основная ее часть находится под строчкой. Это буква РА. Давайте еще раз. Начинаем ее над строчкой. Основная часть под строчкой. Давайте правильно произнесем эту букву. РА. 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 Не нужно делать губы трубочкой. О. Вытягивать. РО. Нет. Правильно произносить. РА. Буква РА некоторые путают с буквой ДЕЛЬ, с которой мы уже познакомились. Давайте их напишем. Это буква ДЕЛЬ, а это буква РА. Потренируйтесь самостоятельно.